Так, ладно, мы готовы? Да, поехали. Поехали. Карта маленькая, кстати. Так что, возможно, все пройдет очень быстро. Я вождь. Наконец-то я могу это сказать. Это вырывалось до протяжении двух прошлых кампаний. И что-то меня как-то осенило. Что только когда я орк, я могу это говорить. Так, ну теперь старый добрый код. Поехали. Но он покороче, причем раза в два. Поэтому, думаю, все будет нормально. Это уже что-то китайское. Длинный марш, длинный поход. Это прямо из истории Китая. Как длинный ву, но только длинный марш. Большой камень, длинный поход и маленькая пиписька. Да. Последняя, конечно, часть предложения не очень приятная, но... Факты но есть это... факты. С ними ничего ты не сделаешь. Да, придется компенсировать большой зарплаты. Да. Поехали. Эта земля сурова и прекрасна. Совсем как та, откуда пришел мой народ. Да, минотавры всегда чтили мать-землю. Свободное кочевье по бескрайним равнинам далеко не самая худшая судьба, юный вождь. Возможно, но мой народ, Керн, заслуживает той земли, которую мог бы назвать своей. Вождь, появился табун кентавров. Они скачут прямо на нас. Керн, которые тяжело нагружены и нуждаются в отдыхе. Может быть, тебе стоит остаться здесь и охранять караван, а нам поискать оазис? Ха! Незачем со мной нянчиться, юноша. Может, я и стар, но уж никак не беспомощен. Я суперстар. Ну, как показала прошлая миссия, что-то как-то, ну так, 50 на 50 ты был, да? По эффективности, на самом деле, ну ладно. Так, ну сейчас у нас небольшая проблема. Нам надо охранять караван. И проблема будет заключаться в том, что у нас будут постоянно нападать. Поэтому нам желательно идти побыстрее. А в какую сторону? Направо, направо. А, о, нет, стоп, налево, налево, извиняюсь. Я тут это, как бы, мешочек друида не очень повышает мне разум героя над единицей. Он, кажется, отнимает одну единицу разума. Кажется, я еще тупее стал. Кажется, право это там. Так, они, эти, кадои за нами идут. Так, а ну-ка, дай-ка я гляну в заданиях. Охотники. Трал, блин, Керн и караван должны выжить. Лучше. Ну понятно, у нас миссия довольно простая. Не дать караванам умереть. Ну и наши герои должны жить, естественно. О, здесь деньги. Да, возможно, будет у нас магазин. Так, все, пошли дальше. За честь. Караваны за нами автоматом идут. Ага. А так. Давай-ка разведаю, что с этой стороны. Да слева там еще лошадки. А, белогривые лошадки. Какие-то злые лошадки, мне они не нравятся. Пойдем убьем? Ну, можно, на самом деле. Держите оборону! Сзади, сзади нападают. Нападают, нападают на караван. Я иду защищать караван. Хотя они, мне кажется, хорошо, сами. Хорошо, я тогда это. Да хотя они сами справятся. Они справятся. Я тогда пойду лучше тебе помогу. Так, основная задача. Нам надо, чтобы у нас хотя бы два каравана выжило. Ну, два человека, получается. И, кстати, ты тоже должен выжить. Ну, Керн. Я? Зачем? Надо. Прикинь, задание, чтобы выжил этот герой-суицидник. Прикольно. Чтобы, знаешь, выжил этот подрывник. Помнишь, подрывники такие? Да-да-да. Гоблины-подрывники. Так, нам так, надо что... до оазиса идти. Что сверху, я не знаю. Там еще ребята. Но... Да ё-моё! Так, не, идем. Ну такими темпами мы далеко не уйдем. Нужно полечить, кстати. Там источник жизни, нам надо до источника жизни дойти, и будет все хорошо. Пошли тогда, давай, по основному заданию. Ага. Это, конечно, прикольно. Вот это село ответлю. Да ну просто это долго будет, причем на наши караваны постоянно будут нападать. В этом-то и проблема. У нас их 4 штуки, и мы можем только двоих потерять. Да, да давай дойдем все-таки, блин, я хочу посмотреть, что тут есть. Там просто жирные мобы, из них выпадает лут, и все. Какой, правда, я не знаю. Ты как хочешь, а я пошел караван вести. Воинов слишком мало. Давай.
За честь. Види, я думаю, я смотри, чтобы твой герой не помер. У нас иначе миссия тоже будет засчитаться проигранной. Ну, у меня есть камушек, поэтому все нормально. Ну да, у тебя регенерация быстрая. Ах вы разбийники! Выйдите отсюда! Вновь они тут атакуют. Ох уж эти разбойники. Да надо, чтобы наши минотавры каравана не умирали. Они наша основная сила, так сказать. Так, давай вот это. Так, там да, там эти, поломай коробки, там что-то может быть в ящике, еще вот ящики. Я и пытаюсь. Там еще два ящика, видишь, там где пожитки всякие. Вот, зелье маны и еще там что-то должно быть. А где еще ящик? Еще ящик. Посмотри, там среди этого. А, вот, да, за этими. А, ничего нет, понятно. Классный ящик. Все, пошел, возвращаюсь. Блин, опять нападают. Так, 125 единиц урода, до 4 целей, 6 целей, да, собаки. Я лучше собак, наверное, прокачаю. Я да, вот. Поехали. Сейчас мы до первого источника жизни дойдем, и наши ребята подлечатся. Они просто сзади я будут постоянно... Тылы. Да, давай, потому что они сзади постоянно будут поджимать. Жопу каравана прикрываю. Давай, все, пошел караван? Идет, да. Да, идет. О, бойзы. Ты из клана боевых топоров, верно? Да, вождь. Я из отряда, который Задир отправил на поиски. При нападении конелюдов мы разделились. Конелюдов. Не волнуйся, мы найдем твой отряд. А пока конелюдов, блин. Так. Духи этого все, первый оазис нашли. Сейчас они полечатся. Пойдут и ты тоже пойди полечись героем. Угу. Так, пока они лечатся, я пойду немножко посмотрю. Вот, конелюди нападают. Опять лошадки белогривые нападают, да сколько можно? Зато, ну смотри, зато есть один плюс. Мы никогда не будем голодные, потому что колбаса у нас будет всегда. Да, это хорошо. Так, все, они все полечились. Это вообще идеальная комбинация. Таурены, минотавры жрут травку. Да, а мы и дают молоко. Да. А мы жрем лошадок. Классно. Там комбо, как там комбо. Ничего нет. Так, все, я готов идти дальше. Ну, у меня тоже, в принципе, все готово. Так, инферно, нам надо немножко дальше пройтись. Я не совсем понимаю. Какую сторону? А вот я не знаю тоже, налево, направо, куда идти надо. Не совсем понятно. Так, собак вызываю. Займемся этим. Ну, мне кажется, нам все-таки... Да, вот давай налево. Караван пошел, а я тут креветок поубиваю. Ненавижу креветок. Держите оборону! Защищайте кадоев! Караван нападают. Караван, иду. Сейчас я тут креветок доубиваю. А с них даже ничего не выпало. Какие-то нехорошие креветки. Они справятся сами. Ну да, они должны справиться. В бой! Но все равно лучше их надолго не оставлять. Час пробил. Так, а тут где креветки были, там ничего нет. Я не вижу никаких ни предметов, ничего. Зачем? Бесполезное место. Да. Чисто опыт прокачать. Лох, а, нет, есть зелье маны. Не бесполезное оказалось. Зелье маны всегда пригодится. Все, иду к тебе помогать. Это у меня получается основное. А да? Че они стоят, алло? Место лежит. Может быть нам надо подойти к каравану? Ну не стоят, тупят. Нам надо идти. А, все, они пошли. Да, я ближе подошел, они за мной идут. Все. Надо рядом шли находиться с караваном, маны. Тогда они идут. Все, идем дальше. Че стоите? Вот мы сейчас так будем стоять возле первого оазиса, тупить, и на нас будут постоянно нападать. Все, кажется, не они тупить. Пошли. Нет, а я имею в виду сам караван, он тупит. А. Он типа не идет. Теперь пошел. В общем, надо на каком-то расстоянии небольшом быть, и тогда они начинают идти. Если далеко убежишь, то они перестают идти. Ну, чисто тупые. Сразу видно, коровы, только травку щипать умеют. Так, ну, у тебя бойзы на источнике. Молоко бы давали бы, но что-то я не вижу да. Здесь коровы. А, забирай бойзов, которые на источнике, да. Они нам еще пригодятся. Так, все, караван пошел. А у тебя есть чем лечиться, кстати? О, у тебя там и исцеление, и мана. У тебя все, что хочешь. Блин, у тебя бойзы мимо идут, так я думаю, та помогать тауренам, та зачем? Сами пусть сейчас разбираются, действительно. Их же караван, а не наш. Мы согласились чисто проводить. Мы ничего про защиту не говорили.
Да-да, рядом идти. Блин, Кадой уничтожают. Собачки, где? Помогайте. Что прикажете? Блин, наших бьют. Так, раз, два, ну, три. Я помогаю, не, чем все могу. Четыре Кадоя есть, да. Хорошо. Так, собачки пошли сразу туда. К ящеркам. Займемся этим. Блин, у меня армия совсем маленькая. Нас атакуют. Да. Совсем никого не осталось. Дабу. Никто нормально. Не уйдет. Блин, бой, затерпите. Чего ты кажешь? О, бери боевой, это тебе надо прям, да. Блин, бьют бойза. Делают больно. Блин, опять караван стоит, тупит. Я пойду прикрою. Так, 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 куда идем дальше? Ты прикроешь вверх, я сейчас пойду полечусь. Да ты что, издеваешься? Какое полечусь? Ты сейчас как раз таки на этих... Да не, не, ты и так быстро лечишься. Зачем? Зачем? Иди назад. Вот ты сейчас будешь такими отходами заниматься и как раз таки быстрее умрешь. Блин, у меня бойзы умирают. А что здесь у нас? Да блин! Бойзы умирают. Там у меня армии нет уже, у меня все померли. Это плохо. Согласен. Поэтому говорю, давайте по моим квесту, мы просто не успеем. Нас потихоньку так вот зажмут, у нас тупо сил не хватит. Все, у меня все умерли. Мне их даже отвезти некуда было. У тебя и так там не, предметов тут достаточно. Вообще, смотри, у меня здоровья мало. Я ж тебе и поэтому и говорю, не надо, давай не будем заходить по всяким таким местам. Вот это вот зачистим последнее и все, идем дальше по квесту. У нас там спереди лавка торговца, вот как раз и затаримся зельями. Ага. Здоровье. Так, наверное, я полечусь. Да, лечись. Где там зелье маны, свитки маны есть. У тебя все хорошо. И армия есть. Час пробил. Так. Духи не знают. Так, добили, да? Что это? Эликсир маны забирает. А ну-ка подожди, что он дает? А, он просто 300 маны восполняет. Дабу. Так, всё. Тут коробочек никаких нет, да? Ну ладно, все, пошли. У тебя нет уже никого? У меня все померли, потому что ты пошел вот в эту... За честь. Базу, так сказать. Это связано. Приветствую тебя, вождь. Ну, мы вот так, что ты пошел туда, а я прикрывал караван. Не, так, у меня всех убивали. Все были здесь же. Ну, не знаю. Ну, в общем, пока я лицом торговал, все померли. Полегли. У тебя Керн убивают. Вообще. Так, ну вот у меня только один волчий садник. Так, лавка гоблина. Зелье маны беру. Свиток исцеления, лечебное зелье. Ну и лечебное зелье возьму, все. На больше у меня денег нет. За честь. Да. Так, лечебное зелье можно... А что, жезл неверия можно взять? Нужно. Я вождь. Ну давай. Жезл неверия и одно лечение. Вот лечение всё. Бери, да. Тебе лечение очень надо. У меня здоровья мало. Дабу. И я взял себе клона. Клоуна. Где? А? Где клоуна ты взял? Ну, у меня клоун есть, жезл не... А, жезл неверия. Это жезл неверия, он рассеивает заклинание. Духи это не то. Не знают устали. Наносит 200 урона единиц существам, да. Вызванным с помощью магии. Держи, а, нахера его взял, блин? Да я-то откуда знаю? А, волчьи всадники, а ну-ка вниз давай. Мы всадниками можем к земле их подкинуть. Так, а где караван? Караван потихоньку... А, ну караван на него нападают. Но они, но они справляются и потихоньку идут, да. Это что такое? Гнездо гарпий. Духи. Нормально. Усталости. Мантия ученого. О, это я возьму. Я ж умный, типа. Разум героя на 3 единицы. То есть у меня сейчас, по идее, вообще должна мана... Займемся с титанической скоростью восполняться. За честь. Да. По идее. Караван идет там за нами? Да вроде идет, но медленно как-то. Но идет. Да. Вон справа еще эти гарпии. Сюда, сестричка! Давно мы не лакомились чужеземным мясом. Сейчас я тебе покажу, как тут мясо вкусно готовить надо на гриле. А что это у тебя крутится этот? Он у меня танцует. Он учит танец, он танго учит, не мешай ему.
Понятно. Ему хорошо. Видишь, ему как классно. Ты можешь своим волчьим всадником к земле подкинуть гарпий. Вот видишь, только это сделай, у меня сразу воздух. У тебя убивают юнитов. Тотем силы. Оба, что дает? Тотем силы. Повышай силу героя на одну единицу. О, у тебя есть место под предметы? На тебе тотем силы. Сила героя на одну единицу повышается. Я тебе сейчас дам. Забирай. Да блин, стой на месте, не крутись. Тотем силы. Все. Так, что там с нашим караваном? Они стоят, классно. О, эликсир маны, еще один, классно. Все-таки есть смысл некоторые здания уничтожать. Ну, не знаешь, какой. Ну, кстати, да, надо да. Посмотреть да. Секреты, какие есть. Так, все, вот у нас источник жизни, давай идем до него. Отлично. Так, и сейчас будет третий оазис. И все. Опа! Могут пригодиться. А зачем нам катапульты? А, мы при помощи катапульт можем уже этот желез рубить. Точно. Так, я пообедаю этими самыми свиньями. Я думал, деревьями. Ну ладно. Нападают. Да хотя они справятся. Должны справиться. Типа, чем тут стоит справиться? Никто не уйдет. Ну и все, разрулили. Теперь идите лечиться. А еще нападают? Да ладно. Фига себе. Да. Че они такие наглые? Говори, вождь. Я вождь. Хорошо нападают. Прям постоянно, я бы даже сказал. Так, сейчас эти таурены полечатся. И мы пойдем дальше. За честь. Они лечатся? Ну они же должны идти к оазису лечиться. Но очень видишь, хорошо, что мы пока ни одного не потеряли. Опаньки. Что, кто? А, тут башни. Да, вижу. Ты что-то как-то совсем бездумно своими юнитами идешь. Точнее, героем. Сейчас вот его убьют и все. Минус миссия. Не убьют, потому что здесь рядом колодец. Ну да. Просто ты его вовремя, если что, отведи. А, вот зачем нам дали эти катапульты. Здесь просто эти вышки. Что нужно? Так. И тут прям очень много этих вышек. Я с дистанции их бью. Да, я заметил. Я тоже. О, бегут, бегут, бегут кентавры. Лянь их как много. Я не вижу. Ах, ё-моё, мою катапульту уничтожают. Алло, вы чё, сдурели? А чё так? А почему мои пошли в бой? Да потому что здесь... Убило? Да потому что эти уроды решили напасть на нас. Говори, вождь. Духи не знают усталости. Так, давай-ка мне вот этого чувака быстро лечить. А кто нападает? А, сзади нападают. Правятся, я думаю. Да, думаю, да. У тебя там, правда, одного копьеметателя убили. Блин, он лечиться и шел. Чё-то, видимо, это был последний его поход за лечением. Не проблема. Да, отлично, вылечился. Вылечился от всех болезней просто. Так, а что справа было? Тут же тоже есть какое-то место. Ты иди дальше. Давай зайдем, посмотрим. Не, нам надо дальше идти. Сейчас. А, тут мегабосс. Не, я туда не хочу. У меня нет ни сил, ни ресурсов с ним сражаться. Идем дальше. Пойду добью мегабосса того. Да зачем? Ну да, ладно, пойду тебе помогу. Пока катапульта работает. Я пока отправил катапульту. Лохтаругар. Mm. Да. Забу. Ну ладно, так уж и быть, это помогу тебе. Помогу тебе, а то ты сейчас же помрешь. Тут все равно нужно нам эти пробить. Лохтаругар. Кого? Вышки? Башни. Так я башни и так пробил. Там еще одна. Я заметил. Так, у тебя совсем мало здоровья. А он сейчас воскреснет сейчас. Лохтаругар. Воскреснет? Да-да-да. Что? У него ж этот. Крест воскрешения был. Так, там... Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, уезжаем, уезжаем катапультами. А что там такое? Ой-ой. Действительно надо уезжать. Никто не уйдет. Больно делают. Твари такие, рукавицу огра. Ну,
давай я возьму. У меня тоже будет что-то на плюс силу. Все, пошли. Пошли. Блин, катапульта полуубитая. А катапульта лечится, ну сейчас посмотрим. Ну, конечно же, нет. Ее надо рабочими лечить. Вот, вот, где рабочий? Их тут нет. Это героическая миссия. О, вижу еще здание. Да, тут как-то много этих, блин, башен. Как раз за этим перевалом. Но боюсь, кентавры. Отходим. Так куда ты пошел, дурачок? Блин, вот дурак волчий садик. Пошел в атаку. Зачем? Я же ему не давал. У тебя сейчас убьют эту. Да я вижу. Я волчьему саднику не давал приказ атаковать эти, а он пошел. Вот дурачок. Ладно, я катапульты назад, сейчас. Назад. Да-да-да, я вижу. Сейчас катапульта сделает свое дело. Рано или поздно. Катапульта подошла. И. Все, можем проходить. Займемся этим. Хоть бы какие-то зелья здоровья оставляли эти вышки. Так, двигаемся. Так, у нас уже последний, получается, сейчас будет оазис. И мы дойдем. Справишься? Да, у меня же еще волчики есть. Я босс. Зачем мне бойзы, если у меня есть волки? Лотаругар. Бойзы без обид. Бойзы без обид. Так, все, идем до источника. С жизни. Тут развилка какая-то. Да, я заметил. Нам надо будет туда идти. Это не совсем развилка, но туда надо. Если, ага, кстати, я волчиков хорошо. Отправлю туда, давай. На разведку. Давай, разведай. Но они все равно бесконечно, так сказать. А, так тут ничего и нет. Тут пещера и все. И с этой стороны ничего нету. А, все, мы дошли. Миссия выполнена. Все. Победа. Походу, ура. Да. Все. До следующего эпизода, типа, да. Но типа, пока да. Заставка. Держите оборону! Защищайте Катуэлю! Не успеет пройти! Пусть гнев Матери Земли воздаст этим мерзавцам по заслугам! Больше они нас не побеспокоят. А ты, юный вождь, можешь продолжать свои поиски. Оракул, что он собой представляет? В легенде говорится, что он видит нити судьбы такими, как их сплела Мать-Земля. Только он может показать тебе твою судьбу. Где мне его искать? Далеко на севере, у мглистого подножия Хиджельских гор, находится пик Каменный Коготь. Там, в пещере, ты найдешь своего оракула. Отправляйся в путь. Я дам тебе лучших кадоев. Благодарю, Керн. Я не забуду тебя. Иди с честью, юный вождь. Да хранит тебя Мать-Земля. Тут не хватало в этой миссии, знаешь, вот этой, как ее, для репетиции речи. От топота копыт пыль по полю летит. От топота копыт. Я понял. Так, ну мы, короче, двойку получили. Ранг Д. Волен, по-моему, все хорошо. Как мать учила? Главное не оценка, главное то, что ты ее вообще получил. Ты слышал о коровьем бешенстве? Эй, убери клеймо!